Вот уже 50 лет военно-морской флот страны Советов неразрывно связан с историей ленинского комсомола. Сегодня 80% личного состава дважды краснознаменного Балтийского флота – комсомольцы. Большинство из них – отличники боевой и политической подготовки. Они несут свою службу под девизом «Традиции отцов продолжим и приумножим». Командующий дважды краснознаменным Балтийским флотом адмирал Михайлин в связи с 50-летием шефства комсомола над военно-морским флотом наградил грамотами большую группу моряков-комсомольцев. Секретарь ЦК ВЛКСМ Ярошавец вручил командованию Балтийского флота памятное знамя ЦК Ленинского комсомола, которым моряки награждены за успехи в боевой и политической подготовке.